Три копейки 1956 года. На реверсе прописан номинал монеты, цифра 3. Под ней надпись «Копейки». Ниже указан год чеканки 1956. Под ним круглая точка. Слева и справа колосья пшеницы, скрещенные внизу. Стебли колосьев имеют продолжение и, проходя вдоль канта, соединяются вместе над цифрой 3. На аверсе герб СССР образца 1946 года с 16 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик. Между колосьев на фоне восходящего солнца и планеты, размеченные параллелями и меридианами, скрещенный серп и молот. Над ними пятиконечная звезда. Под гербом прописана аббревиатура государства. Ступенчатая надпись «СССР». Гурт рубчатый. Монета из алюминиевой бронзы весом 3 грамма, диаметром 22 миллиметра, толщину 1,3 миллиметра, чеканилась на Ленинградском монетном дворе тиражом 134 миллиона 162 тысячи 98 штук. Средняя цена 60 рублей. Конкретно эта монета куплена за 30 рублей.